покажу вам два варианта образцов из Tobias. Смотрите, вот этот более свободно связан, он на двух плотностях отвязан. Вот этот чуть-чуть плотнее, вот этот чуть-чуть свободнее. Но это достаточно прозрачный, он больше для, наверное, для каких-то аксессуаров, платков, палантинов. То, что такое прям очень-очень пластичный. Чуть поближе вам пушочек показать, он великолепный. А вот этот образец в натуральную величину, он связан спицами 4,5 мм. Вот, он такой достаточно плотненький, при этом он не забитый. Он очень красиво смотрится. Вы видите, как красиво проглядывают крапушки. Вот эти цветные крапушки позволяют сочетать весь Tobias как между собой, так... Вот смотрите, как они красиво сочетаются. Так и с другими изделиями из вашего гардероба. Смотреться это будет очень красиво. Пряжа невероятно мягкая, она невероятно...